корзине 20 грибов. Белые, подосиновики и подберезовики. Сколько в корзине белых грибов, если подберезовиков в ней в 9 раз больше, чем подосиновиков? Повторяю. Есть три типа грибов, и они все в корзинке. Белые, подберезовики и подосиновики. Известно, что подберезовиков в 9 раз больше. То есть, если подосиновиков x, то подберезовиков 9x. Скажите, сколько каких грибов в корзине? Прошу вас. У нас есть два варианта значения x. 1 или 2. Но если x равен 2, то 9x равно 18. Но и будет 0 белых. Да. А такое... Не бывает. Да. А на самом деле? Значит, х равен 1. 9 из 9. А это? И белый 10. Молодец. Такая же задача, только с другими числами. В коробке лежат 14 шаров. Белые, красные и черные. Причем белых в 7 раз больше, чем красных. Ну, вопрос тот же самый. Сколько каких? В коробке лежат 14 шаров. У нас есть только один вариант. 7 и 1. Потому что если у нас будет 7 и 2, это будет 14 и 2. То не хватит шаров. Да, не хватит все, шаров. Все правильно. Конечно, вы просто смотрите, сколько может быть красных шаров. Если красных шаров 2, то белых уже 14, и все, шаров не хватило. 24-я задача. По контракту Гансу причиталось по 48 дугликов за каждый отработанный день. А за каждый прогул с него взыскивали 12 дугликов. Через 30 дней Ганс узнал, что ему ничего не причитается, и он ничего не должен. Сколько дней он работал? Давай. За каждый отработанный день он может не работать 4 дня. В сумме получается 5. 30 делим на 5 получается 6. Значит, 6 дней он работал. Отлично. Молодец. Я, конечно, это напишу, но мне кажется, что все и так уже услышали. На каждый рабочий день приходится 4 дня, когда он не работал. 4 плюс 1 – это 5, и 30, когда делим на 5, получаем ответ 6. Отлично. Весы пришли в равновесие, когда на одну чашу весов поставили гири по 2 килограмма, несколько гири, а на другую по 5 килограммов. Всего 14 гири. Сколько 2-килограммовых гири и сколько 5-килограммовых гири было поставлено на весы? Только внимание, это не на подбор задач. А нужно объяснить, что тот вариант, который вы найдете, будет единственным.
Значит, повторяю, весы пришли в равновесие, когда на одну чашу поставили несколько гирь по 2 килограмма, на другую несколько гирь по 5 килограммов, всего 14 гирь. Сколько каких гирь поставили на весы? Мы составим уравнение, мы за х примем количество 2-килограммовых гирь. Угу. Поэтому 2х равно, а количество 5 умножить на 14 минус х. Минус х, это да. Потому что количество всего 14. 5, 14 минус х. 70 минус 5х равно 2х. Х равно 10. 70 разделить на 7. Абсолютно верно. Спасибо. Для любителей составлять систему уравнений можно было количество этих гирь обозначить буквой x, количество этих y. Тогда смотрите, что бы у нас получилось. X плюс y это 14, 2x это то же самое, что 5y. И вот смотрите, как устроены натуральные числа, если одно умноженное на 2, это то же самое, что другое умноженное на 5. Да очень просто. Дважды 5 это 5 умножить на 2. Это один вариант. Дважды 10 это 5 умножить на 4. Второй вариант. Ну и так далее. Но это самое и так далее нас уже не интересует, потому что когда вы умножить пятерку на 3 или на 4, получается слишком много гирь. Поэтому единственный подходящий вариант вот такой. Хотя, конечно, ваше решение ничем не хуже. Может быть, даже лучше у вас одна переменная. Только. Так, теперь картошка. Картофель расфасован в 24 пакета. Некоторые пакеты 5-килограммовые. Некоторые 3-килограммовые. Всего, повторяю, 24 пакета. Общий вес 5-килограммовых пакетов равен общему весу 3-килограммовых пакетов. Скажите, пожалуйста, сколько всего 5-килограммовых и сколько 3-килограммовых пакетов? То же самое, только числа немножко изменились. Составим уравнение. Вот. 5х плюс 3х. Нет, не х. Потому что количество 3-килограммовых пакетов наверняка отличается от количества 5-килограммовых. Плюс 3y равно 24. О, как все плохо. Дело в том, что слева у нас масса, а справа количество пакетов. Явно перепутать. Садитесь. Явно. Раскладываем. Мы потом делим. Может, раскладывать-то и можно, только уравнение смысла не имеет. Это килограммы. Я здесь не написал, но вообще имелось в виду, что вы и сами это понимаете. Это килограммы. И тогда вот это вес в килограммах, если здесь у нас х 5-килограммовых пакетов и y 3-килограммовых. А это количество пакетов в штуках. А, уже как поздно, же так можно... Нет, все, садись, уже поздно. Можно за х принять количество 5-килограммовых пакетов. Получается 5х равно 3, y выражаем через 24 минус x. Да. Значит, 5х равно 72 минус 3x. Х равно 72 разделить на 8, то есть 9. Хорошо. Ой, кто же вас не может взять девятку? Хозяин обещал работнику за 30 дней 9 рублей и кафтан. Через 3 дня работник уволился и получил кафтан. Сколько стоил кафтан?
дня это один кафтан, 30 рублей, 30 дней это будет 10 кафтанов. Да, 30 дней это 10 кафтанов, да. С другой стороны, 30 дней это 9 рублей. Тоже верно. Значит, что 9 и 9, 9 делим 9 рублей на 9 кафтанов, получаем 1 кафтан, 1 рубль. Молодец. Вполне разумно. Давайте я еще раз напишу. Значит, у нас всего зарплата за месяц это 9 рублей. И еще один кафтан. Это такая вот зарплата за 30 дней. Но за 3 дня у нас зарплата это один кафтан. Действительно, очень разумно нам сказали, что если за 3 дня один кафтан, то за 30 дней мы должны были бы получить 10 кафтанов. Таким образом, 10 кафтанов это то же самое, что 9 по цене, что 9 рублей и один кафтан. Ну, кафтан убираем, получается, что 9 кафтанов это 9 рублей, то есть кафтан стоит 1 рубль. Следующая тоже очень простая задача. В двух пачках всего 30 тетрадок. Когда из первой пачки во вторую переложили 2 тетради, в первой стало вдвое меньше тетрадей, чем во второй. Сколько тетрадей первоначально было в первой пачке и сколько тетрадей было во второй пачке? Плохо. Дело в том, что математический знак «больше» ни в коем случае не является синонимом русскому слову «больше». То есть, смотрите, когда мы пишем в математике знак «больше», то это так называемое бинарное отношение. Что это значит? Я могу написать 7 больше 6. И эта фраза моя – это истинное высказывание. Я могу написать 3 больше 9. И вот это высказывание будет неверным. Но, когда вы пишете фразу 6 больше 2 в 3 раза, категорически нельзя писать 6 больше 2 в 3 раза. По той простой причине, что вот это вот, это уже высказывание, это уже такая вот единая мысль, и это просто истинное высказывание. И что же получается? Некоторое верное высказывание в 3 раза. Что в 3 раза? Вот поэтому, ребят, я понимаю, что вам иногда хочется сэкономить время на написание, но категорически нельзя. Пожалуйста, если вам нужно писать слово «больше», все-таки напишите нормальное русское слово «больше». Ну, лучше, конечно, было бы написать «больше, чем» и еще. Ведь фактически сейчас нам составляют систему уравнений. Почему хороши буквы X и Y? И почему плохи вот такие вот значки? Буквы X и Y замечательны тем, что они не русские. Понимаете? На полном серьезе. Между прочим, вот вы не понимаете некоторую нашу выгоду по сравнению с тем же самыми англичанами, немцами. Мы же пользуемся для записи нормальных слов одним алфавитом, а для записи математических значков латинским алфавитом. Это выгодно. Потому что видно, когда имеешь в виду обычную русскую букву, а когда неизвестную. Смотрите, что вы делаете. Вы... может быть, это, конечно, сойдет за неизвестное. Но, с другой стороны, ведь мы же понимаем, что это скорее
римская запись числа 1. Понимаете? Поэтому лучше приучить себя пользоваться латинскими буквами А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х, Y, Z. Их достаточно много. Если не хватает латинских, пожалуйста, вам греческий алфавит. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и так далее. Уж греческого и латинского точно хватит. Если этих двух вам не хватит, изучите готический алфавит. Там такие прекрасные буквы. Меня долго учили писать готическую букву М. Разумеется, она пишется не так. Но, что называется, для математика, меня научили, что надо изображать это, и получится что-то вроде готической буквы М. Но, в общем, на самом деле и греческого с латинским абсолютно хватает. Да? И чтобы привести в равенство, мы должны это умножить на 2, и получится первое плюс второе, это равно... Вот я просто вижу, что вы пользуетесь этими значками прямо-таки как неизвестными, правильно? То есть фактически, если бы вы разрешили себе писать буквы XY, было бы гораздо проще, правда? Что вы по факту пишете? Вы пишете, что X плюс Y это 30, а X минус Y это что? Как там написано? В первой тетради стало вдвое меньше, чем во второй. Ой, как так? В первой стало вдвое меньше, чем во второй. Да. Даже неправильно написано. Вы двойку не с той стороны. Если в первой пачке стало меньше тетради, это значит, не x минус y, кстати, да, x минус 2. Вот, то умножать на двойку, умножая именно это число, а здесь надо писать y плюс 2. Вот такая система уравнений на самом деле должна у вас быть. Это если решать задачу именно с уравнением с системой. И что вы дальше собираетесь делать? Дальше мы можем взять, что у нас y равен 30. Ребят, на всякий случай, это не наша специальная домашняя заготовка. То есть вы не думайте, я не научивал ее, не говорил, что вот надо обязательно пойти так рассказывать. Это действительно, вот, давай рассказывай. Действительно, мы человек так решает. Смотрим, что получится. Вообще у нас на этом пошли все честно. Никаких домашних заготовок. Да, отлично. Минус 4 равняется 32. Не, 32 уже. 30 плюс 2 можно сложить. Ну, да, можно сразу. Сразу, да. 32 минус x. Х мы можем перенести в эту сторону, а конечно. 4 в ту. Да, вот да, да. Равно 36. Молодец. Х равно 12. Ну, во-первых, ответ правильный. Спасибо. Значит, x это 12, y это 18. Смотрите, как было. 12, 18. А после перекладывания здесь 10. Стало 10, 20. Здесь стало 20, 10. Действительно, в два раза меньше, чем 20. Но! Это все не нужно. Эта задача вообще была... не для тех, кто умеет вот так вот составлять систему уравнений, а для тех, кто может посмотреть на нее и без всяких систем сразу сказать ответ. О, давай. Уравнение с конца делать за x принять то, что стало в первой тетради. Получается x плюс 2x равно 30. Конечно. И это гораздо понятнее. Спасибо, все 10, молодец. 12. Дальше уже догадаемся. Конечно. Это,
согласитесь, что это гораздо лучше, чем то, что у меня было здесь написано, да? X и 2X, сумма 30, значит, 10 и 20 было после перекладывания двух тетрадок, а до этого 12 и 18. Отлично. Тане не хватает 2 рублей для покупки 8 воздушных шариков. Если она купит 5 шариков, то у нее останется 10 рублей. Не хватает 2 рублей для покупки 8 шариков. Если же она купит 5 шариков, то у нее останется 10 рублей. Вопрос самый естественный. Сколько стоит шарик? Действительно, надо сообразить, что 8 шариков отличается от 5 на 3. Ну, давайте, я уж, поскольку задачи совсем простые, я такие вещи тоже буду писать. 8 минус 5 – это 3, правильно? У нее есть 10 рублей, а для покупки еще 3 шариков ей не хватает 2 рубля. Да. Значит, чтобы купить еще 3 шарика, ей нужно 12 рублей. Отлично. Пишем. 12 разделить на 3. Это и есть цена одного шарика. Двенадцать разделить на 3 – это 4. Такая же задача следующая. Если бы школьник купил 11 тетрадей, то у него остались бы 5 рублей. А на 15 тетрадей не хватило 7 рублей. Сколько денег было у школьника? Прошу. Если школьник купил 11 шариков... Правда, тетради, а не шарики. Если бы школьник купил 11 тетрадей, да? И ему дали бы эти 7 рублей. 5. Нет, у него осталось бы 5 рублей. Осталось 5. И дали ему еще 7, которых ему не доставало 15. Да, да. То он бы сумел купить 15 тетрадей, да? Нет, 11 он уже купил. Ну, еще 4, да? Да, еще 4. У него было бы на это 12 рублей. Правильно. Значит, одна тетрадь стоит 12 разделить на 4, 3 рубля. Хорошо, ходите все правильно. На ту же самую тему задачи. Если я захочу купить 4 карандаша, то мне не хватит 3 рублей. А если я куплю 3 карандаша, то у меня останутся 6 рублей. Сколько у меня денег, пожалуйста? У него... Ну, сразу же заметно, что между 4 карандаша и 3 карандаша. Тут заметно, что между ними только не хватает... Разница в один карандаш. Да, в один карандаш. Значит, надо сложить 3 рубля и 6 рублей. Это получится 9. И это стоимость одного карандаша. Это стоимость одного карандаша. Да. И теперь 9 умножаем на 3, это будет 27. И прибавляем 6. И прибавляем 6, будет уже 33. Все, отлично, спасибо, кстати. Ребят, мы очень бодро решили последние
три задачи. Но давайте я все-таки объясню, как можно было то же самое делать без использования таких здравых рассуждений, а просто писать уравнение. Смотрите, Тане не хватает 2 рублей для покупки 8 воздушных шариков. Это значит, что если мы обозначим буквой X стоимость одного шарика, то у Тани 8x минус 2 рубля. Дальше. Если она купит 5 шариков, то у нее останутся 10 рублей. Вот уравнение в задаче про шарики и Тани. Как оно решается? 5х переносим сюда, получаем 8х минус 5х, двойку переносим сюда, получаем 10 плюс 2. 3х равняется 12, ну и дальше понятно, х равняется 4. Дальше, если бы школьник купил 11 тетрадей, смотрите, 11 тетрадей, то у него остались бы 5 рублей, значит, плюс 5. Столько у него денег, если y стоимость одной тетради. А на 15 тетрадей у него не хватило бы 7 рублей. Да так понятно, семерку переносим справа налево, а 11y наоборот слева направо. Получается такая штука. 5 плюс 7 это 15y минус 11y. Опять получилось простое уравнение. 12 равняется 4y. Ну, значит, y равняется 3. Все понятно. Про карандаши еще легче. Если я захочу купить 4 карандаша, то мне не хватит 3 рубля. А если я куплю 3 карандаша, то у меня останутся 6 рублей. Легко. 3z отнимаем от обеих частей, 3-ку переносим сюда, z равно 9. Заметьте, я не настаиваю на том, чтобы составлять уравнение. Более того, мне кажется, что без уравнений гораздо лучше и приятнее. Но при желании, те, кто привыкли все решать уравнениями, с этими задачами легко справляются. 10 собакам и кошкам, то есть всего было 10 животных, скормили 56 галет. Каждой собаке достались 6 галет, а каждой кошке 5. Так, ребят, тут нам вопрос задали. Что такое галета? Можно, да? Да. Это пирожное, оно его берут с собой поход. Оно не сладкое, оно чтобы его просто съесть. Не просто. Что-то скорее не пирожное. Это такое печенье. Плотное печенье, главное достоинство которого, что оно почти не портится. То есть главное достоинство галет, что их можно долго хранить, и они сохраняют какие-то свои пищевые качества. Значит, 6х плюс 5, а сколько? 10 минус х равно 56. Тогда 6х плюс 50 минус 5х равно 56. Х плюс 50 равно 56. Х равно 6, это количество собак, и 10 минус х равно 4, это количество кошек. Но все-таки не 4, а 4. И каждый раз не равно 56, а равно 56. Но это придирки, садись давай. Когда-нибудь научишься говорить по-русски. Это безусловно. Уравнением эта задача решается действительно именно так, очень даже понятно. Но! Можно было обойтись без всяких уравнений.
известно, что всего было 10 либо собак, либо кошек, то если бы мы взяли, что всего 10 кошек, то нам бы было 50 галет. А он 50 галет скормили бы, а у нас 56. И если нам известно... И значит 6 собак. Значит 6 собак. Ребят, обратите, пожалуйста, внимание. Мы же не обязаны сразу выделять им всю положенную порцию. Можно сделать так. Сначала пройти и каждому животному в миску положить по 5 галет. Тогда нам не важно, собака или кошка, просто будет 10 мисочек, в каждой лежат 5 галет. Останутся 6 галет, и это те самые галеты, которые нужны собаке и не нужны уже кошке, потому что свои 5 она получила. Значит, 56 минус 50 – это 6, получается 6 собак. Следующие задачи на ту же самую тему. У овец и кур вместе 36 голов и 100 ног. Сколько овец? У овец и кур вместе 36 голов и 100 ног. Сколько овец? Прошу. Если 36 животных это овцы, то или куры, то... Ну вы примите решение. 36, например... Это куры. То ног да. Будет у каждой курицы по 2 ноги. Значит, 36 на 2. Это будет 72. Да. Пиши. 36 умножить на 2 – это 72. Если бы все животные были бы курами, то было бы 72 ноги. Тут заметно, что это не 100. Курица отличается от овцы, потому что у овцы 4 ноги. Ноги. Пиши. 100 минус 7. Никогда, когда вы слышите ошибку, нельзя повторять, передразнивая. Дело в том, что человек все, что он делает, запоминает. И поэтому вы кого-то, перед вам показалось, что вы передразнили его, а на самом деле вы при этом запомнили. И в какой-то момент, неожиданным образом, эта ошибка у вас повторится. Вот поэтому всякие книжки, где написано «исправь ошибку», они очень часто бывают вредны. Потому что если вы видите написанную ошибку, то она помимо вашей воли запоминается, и когда-нибудь вы, с некоторой вероятностью, конечно, но есть шанс, что ошибетесь. Да, отлично. 100 минус 72 – это сколько? 28. 28 разделить на 2. Это будет 14. 14. Конечно, 14. Значит, 14 овец. Ну и, соответственно... Остальные это сколько? 100 минус 14? Не, какие 100? Зачем через ноги считать? Проще через голову. Ну, 36 минус 14? Конечно, пишем. 36 минус 14. Равно 22. Разумеется, то же самое можно было и при помощи уравнения сделать. Смотрите, если кур у нас y, а овец, и кур у нас x, а овец y, то тогда здесь будет 36, теперь считаем ноги. 2x плюс 4.
4y это 100. Значит, ребят, все, что мы здесь делали, называется решение системы линейных уравнений. Вот у нас две неизвестные, x и y. И два уравнения. x плюс y равно 36, это первое уравнение. 2x плюс 4y равно 100, это второе уравнение. Смотрите, в чем на самом деле состоял прием. 36 умножали на 2. Как это можно было бы написать здесь вот, где формула? Это очень просто. Мы пишем 2x плюс 2y равняется 72. Дальше, давайте я объясню вот эту строчку. Откуда взялось вообще 100 минус 72? А вот откуда. Если вы сравните это выражение, 2х плюс 2у, и вот это, 2х плюс 4у, то вы обнаруживаете, что отличие на 2у. Так и пишем. 2у. А здесь отличие на сколько? На 28, конечно. Вот смотрите, мы вычли из одного уравнения другое, умноженное на двойку. Соответственно, получилось 2у равняется 28. Y это 14. Ну и дальше подставляем сюда, получаем, что x это 22. Вовочка собрал в коробку жуков и пауков. Всего 8 штук. Если в коробке 54 ноги, сколько там пауков? Значит, на всякий случай, для тех, кто не помнит, в скобочках написано. У жука 6 ног, у паука 8. Так, и теперь система, которую надо решать. Количество жуков и пауков в сумме 8, а количество ног 6х плюс 8у 54. Прошу. Чем-то объединили вместе жука и паука, но вовсе не обязательно жуков и пауков там будет поровну. Поэтому неудивительно, что у вас 54 на 14 не разделилось. Это нужно еще. Сначала нужно представить, что и у жуков и пауков по 6 ног. И нужно 54 нужно разделить на 6. Это будет 9. И тогда 9 пауков, и тогда будет. То есть, если бы было 9 шестиногих существ, то было бы все хорошо. Но я не понимаю, какая мне разница от этого, какая мне прибыль от этого. Понимаете, у меня-то ведь их 8. Давай. Он же сказал, можно сделать, что у нас и у паука, и у жука станет по 6 ног. Значит, у нас получится 6. Нет. Отрывать ножки мы никому не будем, ребят. Лучше все-таки давайте позитивно рассуждать, а именно, давайте не то, что у них по 6 ног вдруг стало, а давайте сначала пусть паук, ну не знаю, там две лапки, скажем, поднимет, да? У него их много, ему не страшно, можно. Вот, да, значит, итак,
все жуки стоят крепко шестью лапами, значит, на земле, а пауки сдались в плен. Вот. И да, две лапки задрали. Тогда действительно все они стали шестиногими, это правильно. И что надо сделать? Если у нас 8 шестиногих существ, пиши, конечно, надо 8 умножить на 6. Никакие x, y вам не нужны, вы что? Все в 100 раз легче. Просто 8 умножить на 6. Конечно. И сколько лапок в воздухе? Нет, не 2. 6. Это у одного паука 2. А всего лапок 54. Если считать те, что на земле, 48. Значит, мы должны взять разницу. Пишите, пожалуйста. 54 минус 48. 6. Отлично. Это 6. И вот каким образом, если один паук поднял две лапки, другой паук поднял, третий, четвертый, как нам набрать, чтобы было 6 таких вот лапок в воздухе? Сколько должно быть, да? 3 паука. Конечно, 3. Поняла? Спасибо. Конечно, надо 6 разделить на 2. Получится 3. Кстати, на языке уравнений это тоже очень легко решается. Рассказываю. Мы просто умножаем обе части этого уравнения на 6. Получается 6х плюс 6у это 48. И дальше вот это уравнение почленно вычитаем из нижнего. 6х уничтожится. Из 8у вычитаем 6у, получается 2у. Из 54 вычитаем 48, получается 6. Дальше понятно. Y это тройка. На поляне ребята пасут жеребят. Если пересчитать ноги ребят и жеребят, то получится 74. А если считать головы, то 22. Сколько же ребят на лугу? И сколько же ребят? Сколько ребят? Если все на поляне жеребята, то... Ой, лучше ребята, умножать легче. Да ладно, ребята. Если будет... 2 ноги, это поменьше, чем 4. Если все будут ребята, то надо 74 разделить на 2. Не надо делить на 2 74. Садись. То есть на 22 да. Разделить, а умножить надо. И умножать на 22 тоже не надо. Сначала нужно... 4 плюс 2. Ребят, вы упорно говорите «нужно». Ну, у легчайших задач действительно бывает единственный способ решения. В большинстве случаев можно в жизни какие-то проблемы решать разными способами. Поэтому приучите себя говорить «можно» при этом способе решения. Пожалуйста. Потом... 6. Что 6? Ноги у одного ребенка и у одного ребенка. Садись. Понимаете, вот он смеялся, когда решали задачу про садись быстрее, про кур и овец. Как же, там же в книжке решение написано. Как же, это же так просто. А ничего не понял. Может, надо было вместо смеха просто подумать, и сейчас еще не поздно, прочитать решение задачи про кур и овец, взять ручку в руки и по тому же образцу решить эту.
понять, чем мы сегодня занимаемся. Если бы все 22 головы принадлежали бы ребятам, то было бы 22 умножить на 2 ноги, получается 44 ноги. Отнимем 74 от 74, 44. Получим 30 ног. Осталось лишнее. 30 разделим на 2, так как у жеребят на 2 ноги больше, чем у ребят. Не у жеребят, а у каждого одного жеребенка. У жеребенка на 2 ноги на больше, 2 ноги больше чем у человека. Да. Получим 15 жеребят. И от 22 голов. Ну, правильно, правильно. У людей головы и у жеребят головы. Отнимем. Ничего у меня нет позорного. У меня голова. Да. 22 минус 17 это 7. 7. Отлично. 7 людей. 7 человек и 15 лошадей. Со звездочкой задача не потому, что она действительно трудная, а потому что в ней нужно считать без ошибок. Один человек купил 112 баранов. Заплатив за них 49 рублей и 20 алтын. За каждого старого барана он платил 15 алтын и 4 полушки. Значит, если баран старый, то он стоит 15 алтын и 4 полушки. За каждого молодого он платил 10 алтын. Сколько каких баранов было куплено? Если покупали только старых и молодых, значит, старые 15 алтын и 4 полушки, молодые бараны по 10 алтын, и при этом в каждом алтыне 3 копейки, а в каждой копейке 4 полушки. Один человек купил 112 баранов старых и молодых и заплатил за них 49 рублей и 20 алтын. За каждого старого барана он платил 15 алтын и 4 полушки. За каждого молодого 10 алтын. Сколько каких баранов было куплено? В одном алтыне 3 копейки, а в одной копейке 4 полушки. Азаица принял количество старых баранов. Слушай, ты давай сначала переведи все деньги. А я все в копейки перевел. Вот и давай. Да. Начнем с этого. Вот поскольку алтын 3 копейки, то 15 алтын, вот это 45 копеек. В одной копейке 4 полушки, получается 4 полушки, это 1 копейка. Получается 15 алтын и 4 полушки, это 46 копеек. Все переводят в копейки, поскольку 15 алтын и 4 полушки, это 45 копеек и 1 копейка, то есть 46 копеек. Пишем. 46 копеек. Кстати, лучше это написать не там, а около слова «старый». Гораздо лучше. Вот здесь вот надо написать 46 копеек. Вместо длинной фразы
просто 46 копеек. Отлично. То же самое. Вместо алтын... А это 30 копеек. Конечно. Так, всего 4960 копеек. Молодец. Прям пиши, зачем? Прям пиши здесь. Равно 4960. Конечно. 49 рублей. Где рубль? Это 100 копеек. Это 4900 копеек. Да еще 20 алтын, то есть 60 копеек. Да? Получается уравнение. За х мы принимаем количество старых баранов. Получается 46х плюс 30. А молодые бараны, это в скобках 112 минус х. Может, всего баранов 112. Так, 112 минус х равно... 4960. Решаем. 46х плюс 3360 минус 30х равно 4960. Отлично. Тогда сейчас. 16х это плюс 3360 равно 4960. Значит, х. Нет, 16х все-таки сначала. 16х. 16х равно 1600. Х это равно 100. Дальше все понятно. Значит, ребят, конечно, все правильно здесь написано с уравнением, но, как и в предыдущих задачах про там, курицу и овец, про ребят же ребят, здесь же та же самая логика. Смотрите, что вы могли сделать. Предположить, что все бараны молодые, и, соответственно, 112 умножить на 30 копеек. Получится 3360 копеек. Какого черта? Какого черта ты здесь сидишь и этим занимаешься, а? Чего? Если тебе лениво, выйди. Просто прекрати ходить. Вот это вот щелканье колпачком не достало самого тебя? Меня достало, что вы не можете, хотя вас просят нормальным человеческим голосом. Пожалуйста, прекратите стереотипные движения. Вы привыкли в школе ни хрена не делать. И только щелкать этими колпачками. Здесь вы пришли на разумные занятия, и все равно эта привычка противная у вас не прекращается. Прошу нормальным голосом. Пожалуйста. Занимайтесь делом. Не часами щелкайте. Зачем? Зачем вам это надо? Вы пришли на кружок и прощелкали весь кружок. Что смешного? Понимаете, ребята, вот если бы действительно были какие-то большие проблемы в жизни, да, но это такая мелочь. Вот так легко не бить себя ручкой. Это звуки. Понимаете, я с этими записями много работаю. Все хорошо. Только раздается барабанная дробь. Понимаете, да? Два придурка под окном сидят и... Да? Просто стишок. Два придурка под окном толковали вечерком. Что веселого? Еще раз повторяю. Простое решение. 112 умножить на 30. 3360. 4960 минус 3360 это 1600. Это те самые избыточные деньги, которые пришлось заплатить из-за того, что покупали не только молодых баранов, но и старых. И дальше вот эта вот важная вещь. 46 минус 30, 16. Каждый старый баран стоит на 16 копеек больше, чем молодой. Значит, для того, чтобы узнать, сколько баранов старых, надо 1600 разделить на 16. Получится число 100. Конечно,
по сути, то, что вы написали при помощи уравнения, это то же самое. То есть, вот если посмотреть сюда и сюда, то вычисления фактически одинаковые. Но согласитесь, что здесь нет неизвестных, и поэтому все-таки просто по количеству, заметьте, я писал гораздо большим почерком, а место мы заняли почти поровну, да? Там все-таки приходится писать больше. Хорошо.